Старейшая газета «Кургана» в этом году отметит юбилей. «Новый мир» празднует 95-летие. Печатное издание было создано на деньги рабочих в 1917 году. С тех пор газета пережила немало изменений и продолжает совершенствоваться до сих пор. Например, «Новый мир» с этого года, четверговый выпуск будет выходить в цвете. Атмосфера в редакции не только рабочая. Коллектив практически живет на чемоданах, ожидая переезда в свои родные стены. Сегодня в здании по улице Максима Горького идет ремонт. День печати «Новый мир» празднует с надеждой на скорое возвращение в центр города. Мы ждем с нетерпением, когда мы переедем в наше новое отремонтированное здание. Мы этого ждем уже около года и надеемся, что там будет все красиво, уютно. Очень хочется уже на постоянном месте поработать. Новые издания в Кургане не перестают появляться. Правда, оставаться прибыльными в наше экономически нестабильное время сложно, ведь открытие журнала – это бизнес. Наиболее успешным проектом за последнее время в Кургане стал журнал «Теле7». Журнал «Теле7» появился в Кургане в 2007 году. И это стал первым и до сих пор единственным телегидом, который выходит в нашем городе. В нем читатели могут увидеть не только цветную подробную телепрограмму, но и полезные советы, рецепты, новости о жизни наших звезд. В последнее время журналистика все больше уходит в интернет. Однако у газет и журналов есть место в будущем, считают те, кто работает в печатной прессе. Каждый год мы слышим вот эти речи о том, что печатные СМИ уже никому особо не нужны, они свое отживают и судьбу прочили газетам, например, вот 5 лет, да, все накроется интернетом, 10 лет, 15, но вот и 10, и 15 лет проходит, газета по-прежнему нужна. Газета – это доверие читателей. То есть человек берет в руки газету, и он верит в то, что там написано. Ему важно вот именно увидеть свою фотографию, увидеть там своего соседа, не знаю, друга, товарища. И газета – это что-то большее, чем просто СМИ, просто информация. Это вот именно взаимодействие, диалог людей. Анастасия Никитина, Александр Киселев, Светлана Брагина, телекомпания «Регион 45».